Всем привет, ребята, с вами Винди Финди, и сегодня я покажу два простых узора на кубике 3×3. Они очень простые, но выглядят достаточно прикольно. Первый узор, этот называется точка, мы просто как бы меняем местами центры. Для этого берем к себе вот так вот и делаем вперед. Ну, вверх правую сторону, левую, вправо нижнюю, вправо верхнюю. Поворачиваем вот по часовой стрелке переднюю сторону и заднюю. А затем просто поворачиваем вверх левую сторону и правую. Вот такой вот узор у нас получился. Как вы видите, центры как бы поменялись местами, но на самом деле поменялись углы и ребра. Следующий узор тоже достаточно простой. Мы берем к себе вот так кубик-рубика и поворачиваем два. Ну, это, в принципе, как точка, только повторяем то же самое, только два раза. Вверх два раза, верхнюю два раза, нижнюю два раза. Только мы теперь не поворачиваем, а берем к себе, поворачиваем сам кубик Рубика и поворачиваем уже два раза правую верхнюю сторону, правую и левую сторону вверх. Как мы видим, вот такой вот прикольный узор у нас получился. А вы ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем до свидания и пока.